наушники, потом так, кроссовки и футбольный мяч. Может, какие-то технологии или что-то такое, открытие новое в медицине? Ну, наверное, знаете, для женщин стиральная машина, для мужчины, наверное, автомобиль. Изобретение человечества интересное. Колесо. Братья Люмьер, свет и, наверное, глобальная сеть интернет. Без нее бы мы совсем загнулись и скучались. Это космос, в первую очередь, наверное. Потом электричество. И третье, наверное, я даже не знаю. Что-то можно третье. Интернет, стиральная машина. Да. Туфли на высоких каблуках. Ну, свет, там наука, книги, писательство и, наверное, движение, транспорты. Машина, компьютер. Что еще? Пылесос, да. Три самых величайших, но, скорее всего, это первый интернет. Потом, ну что ж, потом колесо. Ну и последнее, скорее всего, живопись. Компьютер, интернет и утюг.